Каталог продукции общей Тяньши. Фотокаталог продукции Тяньши «Небесный лев» предлагает новейшую эксклюзивную элитную высококачественную продукцию, восстанавливающую здоровье, продлевающую молодость, способствующую активному долголетию. Миссия компании – обеспечить потребителя продукцией, способной защитить здоровье человека и повысить активный жизненный тонус. Весь товар, представленный в нашем каталоге, реализуется на правах официального агентского партнера компании Teens и имеет все необходимые разрешения и сертификаты для продажи на территории Украины. Покупая продукцию Тяньши в нашем онлайн-каталоге, вы тем самым защищены от подделок. Есть возможность заказа онлайн плюс доставка по Киеву и Украине. В упаковке один флакон 150 капсул, массой 0,3 грамма целебные капсулы Тяньши и Кан. Биологически активная добавка Тяньши, предназначенная для укрепления иммунитета и регулировки функций эндокринной и нервной системы. Уникальное антиоксидантное действие биодобавки Тяньши способствует сбалансированному обмену веществ, выводу шлаков и токсинов из организма. Активные компоненты препарата регулируют работу головного мозга, липидный обмен в крови человека, снижают кровяное давление, усиливают работу сердечной мышцы, укрепляют иммунную систему организма, улучшают усвоение информации и повышают жизненную активность. Препарат способствует торможению процессов старения. Описание: целебная капсула Тяньши и Кан. Биологически активная добавка Тяньши предназначена для укрепления иммунитета и регулировки функций эндокринной и нервной системы. Препарат состоит из набора полезных компонентов, которые обеспечивают сбалансированную работу всех органов и систем. Диетическая добавка содержит в себе такие уникальные вещества, как бета-каротин, геностема пятилистная, пентофилум, витамин с бета-каротин. Бета-каротин в Тяньши фото. Бета-каротин поступает в организм с растительной пищей, преимущественно с овощами и фруктами, имеющими желто-оранжево-красный цвет, например, морковь. Попадая в организм, он преобразуется в витамин А. Бета-каротин служит важным дополнительным средством, улучшающим результаты лечения при некоторых гинекологических заболеваниях, воспалительных состояниях слизистых оболочек ротовой полости, пищевода, желудка и бронхов. Бета-каротин подавляет процессы преждевременного старения, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Состав препарата: порошок морковный 262,5 мг, экстракт геностемы 22,5 мг, диаполифен 7,5 мг, витамин С, L-аскорбиновая кислота 6,0 мг, стеарат магния Е470 2,0 мг и Кан Тяньши оказывает благоприятное действие на работу головного мозга, улучшает усвоение информации и повышает жизненную активность. Также, биологически активная добавка Тяньши способствует торможению процессов старения. Показания для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклероз, аритмия, при гипоиммунных состояниях, в том числе СПИД, ОРВИ, грипп, для профилактики и в комплексном лечении онкологических заболеваний, в том числе при химии и радиотерапии, при заболеваниях печени, в том числе гепатит и цирроз печени, псориаз, экземы, нейродермит и другие. Заболевания кожи, для улучшения микроциркуляции в тканях и органах и насыщения мышц кислородом, при синдроме хронической усталости и в восстановительный период после перенесенных заболеваний, при пищевых и других отравлениях. Для оказания бактерицидного действия и эффективного вывода микробных токсинов из организма, для нейтрализации свободных радикалов в организме, для омоложения и профилактики преждевременного старения. Противопоказания: с осторожностью людям с высоким артериальным давлением, детям младше 10 лет, беременным и в период лактации. Способ применения: учитывая тонизирующее действие препарата, рекомендуется принимать его до 18 часов, лучше с 7 до 9 часов, меридиан желудка, или с 11 до 13, меридиан сердца. Детям с 10 до 14 лет по 1 капсу. Один раз в день. Запивать стаканы теплой воды. Взрослым по 1-2 капсулы 2 раза в день. В некоторых случаях дозу можно увеличить до 6 капсул в день. Рекомендованный срок употребления 1-3 месяца. Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Не является лекарственным средством. Форма выпуска капсулы, массой 0,3 грамма, 150 штук. В пластиковом флаконе. Способ хранения в сухом, прохладном, защищенном от света, недоступном для детей месте.